Из реалити. Как там, парни? Как там, челики? Так. Что тут у нас? Пора подрубалить и делать эксклюзивного фуллскрина. Опа. Вот так-то лучше. Ебать, что они набирают? Рубен, Клокверк. Вот это герои! Правда, у нас земля? Это нехорошо, парни. King of I of all the race! Я готов! Посмотрим, какая будет катка. О, у нас Долгн ФК. Нет, не ФК. Он в деле. I always at my best. В скобках, не уверен. As you advise. На самом деле, в последнее время I am at my best. There are wraiths among you. Так, а что это, буду сорянного брать руны? Death is my bitch. Death is my bitch. Да-да, так и есть. Осталось только мне в соляного баунти руну взять. И будет вообще найс. Надо. Будет сейчас поджимать клока. Что он делает, коги? Клок не идет. Надо заходить в рошпит. Великие деньги! Нахуя ты испугал? Имя. В рейд. Фамилия Кинг, возраст 42, живет Опа! На Зеленой, рядом с ТЦ Суэдшоп. Взял руну, парни! Утром Найс! Или вечером. Как правило, до баунти руны Найса! Одевается в армет и зеленые перчатки, иногда с двумя саппортами ходит фармить легкий лагерь, а то сатиры отпиздят ГГ, ноль помощи. I got bounty, guys! We got this! I'll consider it. Consider thyself purified. Сюда подошел! Сюда! We are in agreement. Как эти коги сделались? Как он эти коги сделал только что? Я ничего не понял. Я ж к нему вплотную подошел. Как он сделал коги на меня? Алло! Это как? My bad, мы фидим. Нахуя? Опа! Вы видели? Атака отменилась. Алло. Can we kill him? Go kill. Я себя продал, надо всем говорить. Блять, у них даже керри нету. Вы видите? У них даже керри нет. У них Эмбер. Это вообще не герой же. Типа, Эмбер считается героем? Ну, в 2045, если вот брать. Если брать этот год, 2045 год. Это герой? Или это шутка? Или это рофул? Рофул в переводе шутка. 1 728 794. Батарейки подрубил, я его не убью. Вот сейчас можно дать стан, попробовать убить. Вот смотрите сейчас. Опа! Скорее всего все. А не все, я могу умереть. А он выжил? Но это не повезло. Бывает. Да, бывает. Не повезло. Ну хз. Не критично. Просто реально не повезло. Вот вы видели. Надо было, конечно, посмотреть на хп, прежде чем атаковать, но я же не могу подходить под вижен крипов и смотреть на цифры его хп, блядь. Потом все быстро было. Быстро, быстро. Как вы мои отмазки? Не, ну реально не повезло. Серьезно.
аппарат. Ну, аппарат довольно-таки хуесос, скажу вам точно. Вот, аппарат мне не нравится. Ну ладно, не важно. Верьте деньги! Виталь, это Богдан. Помнишь, ты заезжал на машине ко мне в мастерскую поменять масло в двигателе? Я тебе еще попросил помочь донести мне инструменты в гараж, а потом мы взяли масло. Не помню. Начали обливаться галошом, и ты вошел в меня ключем на 9. Знаешь, что твою маму? А, я умираю? Help! Help! Ясно. Тут варды, походу, были. Я не мог выжить. Но аппарат, блядь, не смотрит за игрой вообще. Почему его тут не было? Короче, ладно. Тут, блядь, эти два фита тупых. Один раз не повезло реально, а второй раз забей. Верьте деньги! Привет, Виталик. Это твой модератор DevRail пишет тебе. Хочу тебе сообщить, хочешь меня убить, что иногда я буравлю попы своим коллегам-модераторам. Надеюсь, это не повлияет на наши статусы модератора. Дай крит хоть. Алло, где криты? Дай крит, блять, ему. Ну, блять, ну посмотрите, сегодня не везет, парни. Вы видите сами, просто не везет. Клаку сегодня реально вот его день. Мне криты не падают, и я не могу его ничего сделать. Я тебя вижу под вардами, человек. Он это знает? Почему меня тоже видит? Что за хуйня? Что, шутка, блядь? Так, ну это реально невезение, блядь. Это просто максимум невезения, алло. То, что сейчас происходит, то, что вы сейчас видите, это не Клок хорошо играет, это... Его очень хорошо везет. Он очень хуёвый. Клок, если честно. Прям вот реально хуёвый. Он еще и убил пришел, блядь. Ой, какой же он везущий, да, он. Просто он выжил и из-за этого убил, потому что он лакер. Ебучий Клок, я его мать ебал. Клоу. Сейчас бы промазать. Ебать. Да, я сил не получил. Go fight. Попался! Бей! Ой, не-не-не, меня не надо. Да, ебаный Клок. Ебаного лакера игра пошла. Хуй сос лакерный, блядь. Ну я убил, я догнал. Опа! И Клок приехал, братан! Хуй сос лакерный! Умри, сын дерьма, лесного лакерного! Да не кровь убейте! Блять, я таких лакеров давно не видел, просто ебаный лакер. Просто повезло хуй сосу, что я его сначала фраг не получил, потом криты не падаю против дауна. Ебаный лакер. Ебаный лакер, блять. Эти лакерные ЛС это нечто. Вот знаете, вот он пикает Клока, ему повезло там иногда в какой-то игре. И он думает, что это хороший герой. Ну ему просто повезло, блять, да и то он сосет уже. Проиграет, блять. Урод проиграет, anyway. Верьте деньги! Здорово, Виталя, это DevRail Акафари. Я хочу тебе сказать, что я люблю вечерами постругать на твои бьюти фотки в перчатках. Прикольно. Лавки тебя. А что происходит, парни? Что вообще происходит? Иди сюда, блядь. Да где помощь хоть какая-то? Умираю, проверяйте, блядь. Схуя ли должен лучший игрок умирать? Наааа, блядь, видели этот крит? Видели, как кританул сына, блядь? Просто ебало вынес ему. Умирает папич, блядь. Папич всю жизнь в доту играет. Хуяли, должен умирать от обычных некротри ебаных.
Ждем моего ульта. Да, кстати, арканы решили. Верки Дженки. Ставь плюс в чат, если когда кончаешь, включишь Виталика, даже если играешь в соляного. Кстати, папаня, тебе наверняка будет приятно, что на своего партнера по сетсу резиновую куклу я наклеил твое лицо. Я не гомосик, но с тобой был бы готов на все. Слава Украине. Блять, без комментариев, очередной уебанский донат. Верки Дженки. Привет, Артас. Это твой модератор Дегрей. Да, мы ебемся в жопы всем модераторским корпусом. Корпусом? Корпус модераторский, ты чё? Ты чё? Я глоту, блядь. Пизды, сюрприз, нахуй. Подожди, подожди. Да куда вы лезете? Блядь, что вы... Ладно, похуй. Мы пизды дай. Да ладно, всё хорошо. Нормас. Забирай фастом, легенка. Даже золото я дал. Алло! Ой! Ой, некра! Хуя себе законтрил в Рейскинга! Да-да да! Не, блядь! Вы, блядь, так в Рейскинга контрит некрами! Алло! На, блядь, и следующий! Это же шепот просто! Алло! Алло! Следующий! Всех закритую! Чё-то шепот! Наконец-то криты подъехали! Привет, Виталий. Це доярка Виктория Краснова. Прихочуся не к кислезаводу, хочу помацать твери воли, подчёркивание. Чё ты там дёргаешься, сын дерьма на ксине? Чё, JPG? Не, на! Не долетел крит! Бля, крит не долетел! Sick pick, boys! Смотрите, как он, блядь, дохнет, как муха. Под фонтаном. Сука, меня сейчас выйдут. Надо критов. Парни, я фармлю криты, сори. Я фармить. Я фармить, actually so похуй. Actually so похуй. Шо? Кто там на моих союзников нападает? Рядом не сами справляются, так нечестно. Нихуя себе легенка, 11-13. Это Черик Илья, он обычно плохо играет, а сейчас хорошо играет. Хуя себе он. Еще и на хуевом герое. Интересно. Дай ассист, блять. А, золото. Я за ассистом, слышь. Золото капнуло. Пробовал играть антимагом через твой билд армлет возвратка. Это не мой билд. Получается лучше в этом медбиме, так как блинк покупать не надо и есть мана бёрн. Вместо блинка есть слот под абиссал. Поднялся до 3к. Можешь пользоваться моим билдом, а то улетишь на 2к со своим ВК. Блять, челик. Не смешной рофл. Ну да. Верки деньги! Сложный рофл, сложный. Чатик с Твича говорит да. Крит подъезжает, говорит нет. Это наш папаша. Плакича на парашу. Это не! Наш папаша. Попить ебашку кашу. Всем, кто на заводах, такси и пароходах. Заводах и отдых. Не зная скиллы моды, невзирая на помолку, ждет подрубку доты. По печи остаются по печами, но твой хуй лучший. Сейчас бы пикнуть хуйню и пожаловаться. Да, у меня клавиатура новая сломалась, по-моему, я уже донажимался на 5 кнопок. Я покупаю клавиатуру, блядь, каждые 2 месяца или даже чаще, это пиздец. Я их просто ломаю нахуй. Покупаю дешевую и просто делаю с ней что хочу. И все. Я ее просто соляного олдим, твою дуру. Не, я не буду прыгать, я сдохну. Изи. Ту-д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 у
Good game! Чем? Капа, раз, два, три. А. Люблю чат Пупича. Зрители по КД повторяют все, что он говорит. МММ, пропустить что-то интересное не удастся никогда. Стадо моих любимых баранчиков. По поводу игры сказать нечего. У нас нереальный оверпик. Даже учитывая, что врагам везло, то есть ебаному Клокверку пиздец повезло, anyway, он ничего не сделал, потому что Клокверк это не герой. Вы поймите, вот эти рубики, клокверки, Эмбер Кэрри, блядь. Вирки-динки! Что это? Как это может выиграть у нашего пика? Никак. Мне было 0-2-1. Что-то как-то страшно стало за тебя, папаня. Туалетный собрал команду по Дианону и уже выехал в Винницу. Операция «Паунс» в окно назначена на 1 ноября. В ходе операции планируется определить местоположение твоей мамы и скинуть ей все твои матерные выражения. Библиотум в чат, если тоже переживаешь. Сейчас бы задианонить челика, который дал о себе всю инфу в интернете. Сам. Давно. Да из Воронежа плюс в чат. Почпакаемся. Почпакаемся. Геи, блядь, не одобряются на моем стриме. Сори. Вирки Дженки! Вы что, ебанули? Сколько можно донатить? Привет. Почему Ксина считаешь мусором? Потому норм что Ксина... Хера. Очень много нерфили, он сейчас реально слабый. Какой он норм? Ты не видел просто Ксина в Доте 1, понимаешь? Все те, кто видели Ксина в Доте 1, и чисто его сравнить с тем, что он сейчас, у него даже механика другая, он сейчас реально настолько хуёвый. Какая разница, какой он был в Доте 1? Факт в том, что им тащить нереально. Вот у меня в группе ВКонтакте есть даже несколько скриншотов. Ксин, фулл 6 лотов, с рапирой нахуй. Счет 23, там 2, или что-то типа того. Проигрываю игры, никаких шансов выиграть. У меня было миллион игр, где я ксином захожу в глубокий лейт, тащу всю игру, глубокий лейт, у меня две рапиры нахуй, Буриза, МКБ, Battle Fury, там какой-нибудь, ну не знаю, ну или там какие-то есть БКБшки, сферы, и там одна рапира, то есть вот так вот, а не две. Anyway, то есть рапиры, не рапиры, этот герой, он бьет раз в 6 секунд, пойми, у него один удар в 6 секунд, он ничего не может, ну вообще ничего, его споймать очень легко в Dota 2. Доте 1 бы его тяжело споймать, по-настоящему тяжело. То есть скиллового Ксина, который скилловый реально, вот, не рак, было хуй споймаешь. А вот в Доте 2 его споймать легко. Но механика здесь похуевее ни о чем. Долго объяснять, кто играл в Доту 1 Ксина, поймет, о чем речь. И, кстати, даже не знаю, что до сих пор остались у него баги или нет, или пофиксили уже. Еще много багов было у Ксина в Доте 2. Там вообще каких-то неприятных багов.